Ну а перед началом этого ролика я объявляю конкурс на 5 админок на своем сервере. Собственно, что же нужно сделать, чтобы выиграть одну из админок? Вам нужно всего лишь зайти в группу ВКонтакте и репостнуть вот эту запись. Собственно, нажать вот сюда и нажать поделиться записью. И все. Конкурс будет длиться до конца недели, собственно, вы можете написать в комментариях «хочу админку» либо что-то такое, и, возможно, вы выиграете. Собственно, всем привет, вот мой сервер, заходим, играем. Собственно, давайте начнем со спавна. На спавне вот такие вот всякие штучки есть. Кстати, на сервере есть кланы, батуты, PvP, свадьбы и так далее. Дюб, кстати, да, есть такие вот батутики. Ухоу! Вот нас подкинуло. Есть, кстати, животное. Когда вы заходите на сервер, можете прописать «Kidstart». Вам дастся набор, ну вот видите, в листике вы можете там передвижение по серверу, магазин, так далее. Вот магазин, видите, можете купить. Но скажу вам, один плюс есть на сервере. Здесь все бесплатно. Пишет $10. Но все бесплатно, да. Все кажется намного проще. Вот тут всякие команды. В глобальный чат можно писать восклицательный знак. И вот, собственно, 1, 2, 3. Да, кстати, на спавне нельзя писать, чтобы не было всякого флуда. И так далее. Теперь мы спускаемся вниз. А, внизу есть услуги доната, вот этот, кстати, чувак стоит. Вот, кстати, Пэт, это животное, которое будет за вами бегать, всего лишь стоит 100 рублей. Ну, собственно, да, думаете, вот всякие варпы есть. А, далее у нас есть на спавне вот такой вот красивый спаун, да, очень красивый спаун. И здесь есть такая штука есть, укради или что-то положи, давайте я все свои вещи-то заброшу. Собственно, пускай люди заберут, им-то, думаю, важнее это будет. И, кстати, вот дюпать можно, вот видите, вот такие укради или положи. Ну, или положи, или укради, вот такой здесь небольшой паркурчик. Можно пройти, я вообще легко этот паркур прохожу. Вообще легко для меня проходится. Только долговато, да, долговато, ну, легко. Вот, собственно, вы видели, да? А, также у нас на сервере есть всякие... разные игры, да, также сплифы проводятся. Кстати, на этом сервере я записывать буду антигрифер шоу, вот так вот, да, вот так вот. Так что, если вы хотите засветиться, вот, видите, гляньте, сколько людей, если там в чате переписываетесь, играете, вот, за меня бегаете, то вы попадете. Вот смотрите, вот эти все игроки, которые, особенно админ, который светится, он попал в в ролик, собственно, да, вот попал. Также есть PvP-арена, вот синие линии, на синих линиях нельзя драться, вот так вот. Вот видите, тут дерутся. Ну, собственно, вот такой вот спаун. Есть много всего. В общем, заходим и играем. А с вами был Дондворий, IP-сервер в описании. Есть вот такая штучка, Дракон Эндера. Всем до новых встреч и пока-пока-пока-пока-пока.